Привет, Ютуб. Решил рассказать о методе хранения, о футляре, как сделать футляр для хранения мечиков. Вот тут приобрел мечики на М6, М8. Они шли в комплекте по два мечика, значит, машинной и прямой прогонки. Два мечика, вот. Они обычно у меня теряются, значит, но я подумал, что вот хорошо входит, значит, шприц медицинский на 10 кубиков. Обрезал у него, значит, соответственно, поршень, вот, носик, и вот такой футлярчик получился. Ну, аккуратненько так все вот, не знаю, может быть, кому-то понравится. Спасибо.